Друзья, всем привет! Сегодня у нас очень хорошая погода. 16 мая, едем на пруд. Здесь у нас небольшой пруд. Помните, если кто последний мой видеоролик смотрел, там мордочку бросили. Сейчас посмотрим, там карасики попались или нет. Если попались карасики, то мы их заберем и в другой пруд кинем. Вот мои помощники на велосипедах едут тоже. Но здесь дорога очень плохая, ребят. Очень плохая дорога. Вы сами видите, там. Вот теперь мне надо здесь проехать. Сейчас они мне помогут. На той стороне тоже рыба. Рыбу вот сейчас покажу вам. Все, друзья, приехали. Вот на той стороне тоже рыбу ловят. Мы туда не сможем подъехать, потому что как бы невозможно. Это надо с той стороны ехать. Вот они, велосипедисты, спортсмены мои. А это, то есть, мои охранники. Едем дальше. Сейчас поближе. Ну, поехали прям так. Также, ребят, хочу сказать, чей комментарий больше лайков наберет. Именно лайков наберет, чей комментарий больше, тот получит приз 200 рублей. Так что, ребят, пишите комментарии, ставьте друг другу лайки и получайте приз от друга 58. Ну, мусора, конечно, много, мусора очень много, как бы здесь не убирается. Здесь раньше мусора вообще очень много было, как бы убрались. Это еще убрались, а до этого было, например, 5 лет назад, что здесь было. Здесь невозможно было проехать. Здесь место очень красивое место. И главное дело, вода очень чистая, видно, да? Скорее всего, видно, прям вот очень чистая вода. Не знаю, на той стороне, мне кажется, нормально рыбу ловить, потому что там камыши. По-любому, где камыши, там карасик есть. Тёма, как ты думаешь, там карасик есть? Думаю, что да. А вон на том краю, короче, пипец, сколько головастиков. Ну, головастиков, да. Все, нам надо ехать дальше, знаешь куда? Все, идите вперед, вот до конца идите, вон где белый канистр. Кирилл, иди за Темой. Также взял комбикорм, сейчас спросим комбикорм, рыбок покормим. Хлеб взял и комбикорм, мы сейчас все покажем. Все уже забуксовал. Вот здесь мне главное дело проехать, я сейчас им скажу, чтобы они держали меня. Все, друзья, сами экстремальный путь проехали. В общем, здесь у нас мордочки недалеко забросили. Сейчас вытащим, посмотрим, там карасики есть или нет карасика. Тёма, посмотри, там дальше веревочка. Вот на берегу веревки. Ты дальше пройди. Вот видишь веревка? Вот вытащи, вытащи, прям быстро-быстро вытаскивай. Вот, да, вот веревочка, ага. Вот вытаскивай прям быстрее. Вот сейчас вытаскивай. Давай, помоги, Кирилл, обязательно, да. Вот они вытаскивают. Блин, конечно, надо было поближе подъехать. Нету ничего. Нету ничего, ребятушки. Надо, в общем, туда хлебушек положить. До конца вытащи. Давай на берег, прям вытащи на берег, ага. Вот спортсмены, вообще ни одной рыбки нету. Не повезло нам, да? Я не знаю, сейчас посмотрим, в общем, на тот берег, может быть, бросим. Ну, в общем, ребята, нету ничего, рыбки вообще нету. Я взял комбикорм с собой чуть-чуть, и это самое. Комбикорм взял, сейчас покажу, как же. Я чаюсика с собой взял, сейчас чай попьем. И поедем домой.
посидим, поговорим. Да, здесь можно костер в следующий раз приехать, здесь можно что-нибудь... Картошку можно здесь сварить, да, Тём? Кирилл, в следующий раз приедем, картошку с собой возьмем, здесь, в общем, пикник устроим, хорошо? Да. Договорились. А, не надо закидывать, не надо, Кирилл. Сейчас веревку отвяжу, в общем, все, эту мордочку буду выбрасывать, потому что там, оказывается, дырок очень много, потому что я в том году эту мордочку бросил в воду, и только в этом году вытащили так, что, ребята, он загнил. Просто сейчас веревочку отцепим и поедем домой. Конечно, не очень красивенько получается. Сейчас веревку отцепим, потому что тот мужик, который бросал вот эту мордочку, сказал веревку здесь оставить. Тём, воду не бросай. И это самое. А мужик, когда бросал воду, вот эту мордочку, он не заметил, что там дырки. А я сейчас попробовал, она прям тын-тын-тын рвется, в общем. Сейчас с собой заберем, в мусорку выбросим. Ну, здесь край выбросим, и все, а веревочку здесь оставим. Едем на другой пруд. Все, друзья, в общем, мы поехали отсюда на другой пруд. Здесь тоже у нас недалеко пруд есть. Ну, там тоже карасей нет, в принципе. Даже если есть карасики, они маленькие. Оба. Вот и забуксовал. Сейчас они мне помогут. Ну, снизу тоже не смогу проехать. Вот здесь только смогу проехать. Разгон. Ой-ой-ой-ой. Держи, Тём, держи. Держи меня. Опять чуть не упал, ребят, прикиньте. Короче, колесо, смотрите, висит. Просто висит колесо. Это что такое? Толкай. Толкай. На сильно цепляет. А где Кирилл? Кирилл, держи. Сейчас, подожди, все. Задним ходом могу? Держи, чтобы не упал я. Да наоборот, держи, ты куда толкаешь? Сейчас я упаду, ты все. Не, короче, сейчас, ребятушки. Здесь у меня спортсмен. С той стороны держи, чтобы я не упал, Тёма. Да в бок, чтобы не упал. Конечно. Все, выехал. В общем, смотрите. Ой-ой-ой. Дурочка упала. Вот здесь вот так некрасивенько получается, в общем. Все, иди вперед, ведро возьми, иди вперед. Все, друзья, вообще выехал, чуть не упал. Все, пока я сейчас выключу здесь, чтобы они держались сбоку, потому что здесь неровно все. Все, друзья, в общем, доезжаем до второго пруда. Здесь маленькие пруды, в общем, как будто, не знаю, раньше, может быть, давным-давно, в 90-х, может быть, карьеры были здесь раньше как-то, так получается. А здесь дорога, видите, асфальт, как бы в лесу, здесь никто не ездит в асфальт. А знаете, почему асфальт? Потому что там, как называется, старый вокзал был. Сейчас, может, до вокзала тоже доедем. Пластмасса гремит. Посмотрите, дерево сгорело. Наверное, дождик начнется сейчас. А, точно, дождик. Все, поехали, дождик начинается. Поехали прямо. Поехали прямо до конца. Кирилл, давай езжай, Кирилл. Все, Кирилл, сейчас будем ждать. Вон копает что-то металлокоп. В общем, человек металлокопом занимается. И вот самый красивый вариант. Вот такой вариантчик. Мусор привезли, бросили нормально. Это считается нормально. Вообще люди неуменяемые. О, какой сильный дождь начинается. Ребят, все, пока отключаю телефон. Сильный дождь начинается. Все, друзья, в общем, дождик закончился. Во время дождика мы прятались вот в этой здании. Здесь был раньше вокзал, а сейчас уже все сломали, как бы, я не знаю, почему ломается все это.
и не вывозят. Сломали, не вывезли. Просто сломали и все. Вот смотрите, что здесь творится. Ну, скорее всего, возить будут куда-нибудь. Может, дома куда-то на фундамент, там, дороги какие-то будут делать. Ну, куда-то, скорее всего, они будут продавать вот это все. Также можно увидеть дальше, сейчас поедем. Я чай пью. Сейчас развернусь. Не знаю, ребят, я с телефона, конечно, видеоролик снимаю. Мне кажется, все трясется. Ну, в некоторых местах трясется, когда дорога не очень ровная, то по-любому трястись будет все. Кто сумку потерял? Сумку потеряла. А вот кто-то на машине там едет. Смотри, это не дядя Вова едет на машине. Смотри, он сейчас вот выйдет. Точно! Точно он едет. Все, друзья, в общем, поехали. Приехали уже до другого пруда. Видите, смотрите. Сейчас воду покажу здесь. Дождик идет. Видите капельки? Особо долго снимать видеоролик не буду. Сейчас комбикором кинем и хлебушек. И поедем дальше домой. Вода спала вообще. Воды здесь очень много было, а сейчас мало осталось. Здесь однажды можно было прыгать прямо в воду. Бомбочкой. Вон колеса, как всегда, валяются. Здесь глубоко. Но сколько раз я сюда на рыбалку приезжал, я ни разу здесь рыбу не ловил. Вот так вам скажу. Здесь рыба, говорят, есть, но она почему-то не ловится. Ну, в следующий раз, если мордочку куплю, мордочку можно закинуть и попробовать. На мордочку, может, что-нибудь поймаем. Сейчас, в общем, подкормку кинем и поедем дальше. Ну да, воды набери. Комбикорм намочи. Там комбикорм и, в общем, покупной специальный корм, то есть для рыб. Не знаю, там сможет воды достать или нет, потому что здесь, как бы, видите, яма такая. Все, достал. Сейчас болтушку сделаем, и все у нас пойдет по плану. Мне кажется, прямо сюда так возьми, прям фу, вылей все, да, воду. Да и хлеб тоже туда поломай, все. И в следующий раз мы приедем сюда, сейчас подкормку кинем, в следующий раз мы приедем сюда, мордочку бросим, да? И нормально получится, у нас красивенько получается. На улице, мне кажется, начинается дождик. И прям так воду бросай, все. Фау. И все, вот. Видон до дома, по-моему, скажется, да? До дома. В общем, все, ребятушки. Вот такой видеоролик у нас получился, в общем. Да, мордочку вытащили, там ничего не было. Конечно, нам не повезло. Ну, мне кажется, в следующий раз по-любому повезет. Все, Тёма, садись на велик и поехали. Там мужик, кстати, металл копает. Вот интересно посмотреть, что он там выкопал вообще. Мусор, как всегда, валяется. Видите, ребят, просто по беспределу мусор вывозят и бросают возле речки. Также в речку бросают мусор. Вообще им без разницы, куда бросать этот мусор. Могут прям вот подъехать на КамАЗе, да? Вот это когда-нибудь будет. Вот прям на КамАЗе подъедут и сюда вывалят мусор. Им без разницы, куда бросать. Ну, мне кажется, здесь, знаете как, вот человек копает, мне кажется, здесь от железной дороги лапки попадают всякие разные. Ну да, потому что лапки постоянно меняют. Одна лапка весит около 7 килограмм. Вот сейчас выкопает лапок 100 и все. Спокойно может поехать домой. Вот эти ямы, я не знаю, зачем делают. Таким образом, вот что вот за яма такая. Вот что-то они искали, скорее всего, эту яму не просто так выкопали. Искали всего
Ну, скорее всего, кабель ищут таким образом, вот и все. А может быть, уже вытащили кабель, если там был, то по-любому уже вытащили, потому что как бы вот идет такая ямка, вот она прям видно, ямка, да? Вот прям видно, да, вот она, вот, вот она ямка, вот она ямка, вот дальше. Сегодняшняя наша рыбалка закончилась. В общем, в следующий раз уже можно поехать возле нашего дома. Там пруд небольшой есть. Вот там можно на удочку поймать что-нибудь. Но на всякий случай, по-любому, надо мордочки купить. Одну мордочку хотя бы купить и зонтик специальный. Ну, это типа мордочка, как раколовка называется еще. Кто-то зонтиком называет, кто-то мордочкой, кто-то раколовкой. Она просто открывается, как зонтик. О, племянники так быстро поехали вообще. Все, ребят, на этом все. Всем удачи, всем хорошего настроения. Вот тоже велосипедисты, одни велосипедисты здесь кругом. Сейчас я покажу все. Они, правда, не слушаются, племянники вообще не слушаются. Ему говоришь, вот встаньте на ту сторону и едьте. Дальше полосы не заезжайте, они все равно не едут. Всем удачи, всем хорошего настроения. Также пишите комментарии, не забывайте, что под чьим комментарием больше будут комментарии или лайки, будут получать приз.